Зрелище. Хлеб был зрелище. Давайте с курицей. Женщины, тихо там, есть все. Таня, Ларису угости, найди. Еще один актер пошел. Так, вот это надо как-то... Так, они что-то долго топчутся там. Я говорю, что тут еще добавлю. Думали, вы еще говорите. Дарья, Галю, позови сюда, Галину. А там где Марина, далеко? Галя, сказать, да, конечно. Пока концерт, нет, я с тобой все. Пару слов скажу. Все. Вы слышали, они что там, Наташа Приходькова, да? Муж умер, Валерий? Да. Мы не знаем, как будет. Исаия, 13 глав, 14 стихов, и все побегут к своему народу. Я предлагаю организовать, что деньги не отсылать. Если не приедут, они местные пойдут. Но если приедут, чтобы у ней было на чем остановиться. А образовать фонд. Добровольных пожертвований, потому что она столь много трех ребятишек. В этом пока нет нужды. Вообще пока я ей предлагаю, пока нет нужды. А когда придет нужда, у нас еще нет. Пришли, я говорю, стой, а уже никого нет. Молодец. Вот это и есть. Вот так что. А эти деньги легко, может быть, перевести на многолетие. Я не знаю ничего, смотрите сами. Как вам? Ну, ты не против. А я чему могу быть против? Ну, по мне больше тебя и не надо. Значит, сегодняшнего дня будет. А только на течение. Да благословит вас Бог. Нет, свой фонд. Если она не приедет, значит деньги расходятся здесь. Приедет, у нее будет на чем остановиться.